Здравствуйте! Секретные файлы о тренировке российского спецназа попали в мое распоряжение. Турист из Италии стал невольным участником ночных тренировок спецназа и свидетелем испытания секретного вооружения. Два бойца в новейших масхалатах из дерюжных мешков провели преследование потерявшегося туриста. Держи его! Какие четкие и слаженные действия спецназовцев по преследованию. Мы видим применение секретного пистолета последней модели. Это штурмовой нож с подогревом. Нормальные герои всегда идут в окружение. Нет! Окружаем! Там! Окружай! Наши российские войска непобедимые ни на суше, ни в воде, ни в воздухе. Нигде. Наконец-то явились, голубушки! Вы не ослышались, она сказала «голубушки». Это секретная воинская часть, в которую берут только девушек. Подводный спецназ. Она ж просто превращен в какую-то мусорную яму. А вы все хихикаете, да хихикаете. Да, у них очень опытный командир. Опять ж что-то бросают. Коряга какая-то. А это что, мясорубка, что ли? Я обращаюсь к командованию натовских войск. Бойтесь российского спецназа. Посмотрите, они поймали итальянского туриста и повесили его вниз головой. Повеси, пока денежки сами изо рта не вывалятся. Пока не вывалится деревяшка неотесанная. Постой-ка. А не распилить ли нам его? Распилить! Пошли за пилой! Пошли за пилой! Кстати, вы знаете, как звали итальянского туриста? Та покорил весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут?